Онлайн-квест «Маршрут безопасности» – это одно из мероприятий, организованных для обеспечения безаварийного движения на дорогах. Как дети, так и родители отвечали на вопросы о ПДД в интернете. Участие в конкурсе приняли почти 4500 человек из 63 школ города. Суть квеста заключается в чем? В том, что родители совместно с детьми проходят тест, за каждый правильный вопрос получают балл, в каждом тесте по 10 вопросов. И родители и дети из одной школы суммируются общим количеством, и мы определяем участников и победителей квеста. Важно в этом онлайн-квесте не только выбрать верный ответ, но и научиться правильно вести себя на дороге. И лучшие примеры для детей, конечно же, родители. Ребенок, он как губка, он впитывает наше, то есть именно родительское поведение. Поэтому, пожалуйста, придите, не нарушайте и активно участвуйте в таких мероприятиях, которые посвящены правилам движения вместе с ребенком. Результаты онлайн-квеста огласили очно и торжественно в 28-й школе. И не просто так, ведь именно здесь учатся победители онлайн-квеста. Нет, сложно не было, это было увлекательно, как бы и нам, и детям. Мы вместе это все решали, у меня двое детей, которые учатся в этой школе, вместе проходили. Это гордость за нашу школу, что мы первый раз участвовали, первый раз победили и заняли первое место. Но главное, конечно, не победа, а участие. И все, кто отвечал на вопросы онлайн-квеста, получили дипломы от сотрудников ГИБДД. Лилия Гатина, Ленар Султанов, Новости Челны ТВ.